Друзья, привет всем! Жена еще не знает. Смотрите, что я загрузил. Это стеллажи, которые я везу домой. Такого скандала, я думаю, будет давно не было. Решила поставить стеллажи на 9 аквариумов внизу на первом этаже. Ну, что же она скажет? Она и так говорит, ты заколебался своими аквариумами, везде у тебя аквариумы, аквариумы, рыбки с утра до вечера. И тут еще на бат себе стеллажи. Так что, ребят, устанавливаем стеллажи, смотрим, что как получится. Думаю, нормально получится. Ставим аквариумы, еще штук 9 домой. Короче, крыша едет не спеша, Андрюша у тебя. Ну, что ж поделать, ребят. Надеюсь, вы меня поддержите лайком и подпиской, если кто не подписан, так как я стараюсь делать не то, что все красиво, а просто стараюсь. Так что закрываю дверь и в путь домой. Вот тут вот, ребят, будет стоять стойка. Не знаю, как будет выглядеть, жены еще нет дома, но приедет, блядь, 100%, 100 баллов, будет скандал. Не знаю, чем закончится, но надеюсь, жена поймет, что аквариумистика это хорошо. Стол этот надо убрать куда-то, телевизор тоже нафиг не надо. С этими лампами разобраться, перевесить этих ящериц. Короче, аквариум это самое главное. Так что, ребят, ставим полку и смотрим. Бам-бам! Друзья, видите, стенку я освободил. Занес я стеллажи. Тишина. Дома никого нет. Жена еще не приехала. Так что буду их собирать. И вот таким коротеньким роликом я хотел поделиться с вами. И планируется у меня 9 аквариумов на всю стенку. Высота 2,60. И ровно стеллажи 2,60. Сантиметров впритык. До потолка будут стеллажи. Поставлю 3 яруса, полочки. Стеллажи, по идее, должны выдержать. А если не выдержит, то мы будем с вами смотреть. Да я надеюсь, такого не будет, друзья. То есть я делаю все, стараюсь с умом. Так что поддержи меня лайком, подпиской, если кто не подписался. И смотрим, потому что будет интересно, когда будет вся стенка в аквариумах. Потом, понятно, свет, сампы. Ой, какие сампы, я просто заговариваюсь. Фильтр, то есть фильтры простые я буду ставить. Все очень простенько, заморачиваться не буду. Один аквариум я хочу под растение пустить. Короче, ребят, все вам покажу. Так что смотрим. Всем, друзья, пока.